последние годы Volkswagen постоянно возил по выставкам, фестивалям и автосалонам разнообразные концепты, предвещающие электрический однообъемник, стилизованный под старичков Т1 и Т2. И вот, наконец, пришло время серийной версии. Машина, которую назвали ID.Buzz, действительно вышла похожей на классические немецкие бусики. Кстати, словечко «бас» — это английский глагол «жужжать», а заодно намек на «бас», то бишь автобус. Для нас подобная игра слов, наверное, не очень понятна, однако англоязычной публике может понравиться. Тем более, что главным рынком для недешевой новинки как раз должна стать Северная Америка. Итак, перед нами довольно короткий минивэн, который, однако, имеет 3-метровую колесную базу. Для сравнения, у нынешней каравеллы серии Т6-1 расстояние между осями те же 3 метра, но длина кузова на пару дециметров больше. Зато, благодаря ультракороткому переднему свесу, салон вышел очень просторным. В нем пара кресел спереди и общий диван сзади, а объем багажника до уровня стекол составил почти рекордные 1200 литров. Сам интерьер правильнее всего описать словом «веселенький». Малопрактичный белый пластик украшен разноцветными вставками. И в целом внутреннее убранство больше напоминает игрушечную машинку, чем настоящий автомобиль. Так по салону разбросаны забавные пасхалки в виде улыбающихся смайликов или силуэта машины. А также разные полезности, вроде скребка для льда и открывашек для бутылок. Ты ли это, вечно серьезный Volkswagen? Впрочем, за мультяшным дизайном скрывается серьезная техническая начинка. В основе бусика лежит проверенная платформа MEB, а лобастый кузов отличается легковым коэффициентом сопротивления воздуху – всего 0,285. На старте публике предложат только единственную версию – с задним приводом, 200-сильным электромотором и 80-киловаттной батареей. В такой конфигурации минивэн готов преодолеть около 400 километров пути. Впрочем, впоследствии семейство будет расширяться. Немцы анонсировали скорое появление полного привода, удлиненной базы, трехрядного салона и даже емкой батареи на 111 кВт-часов. А пока гамму разбавил только коммерческий фургон ID.Buzz Cargo. Он имеет те же габариты, что и пассажирская версия, и готов перевести 4 кубометра груза. Это для справки 2 европалеты.